Надо рампу здесь поставить на второй этаж. Не рампу, а такую лестницу. Правильно. Так, ну что, надо, короче. Ну что, иди копай туда леса, я быстренько сгоняю опять за этим, что ли. За закладом. Давай. Сейчас посветлело. Лепота. Слушай, да у нас ресурсов уже дофига. Ну, зарём проблему пока будьте. Что. Я хочу лично дерево побольше. Ну, я пойду поищу. Ну, я хочу дом постоянно до конца доделать, чтобы уже там. Да, слушай, спавнится очень быстро все. Сундучки прям, я не знаю, может каждые 5 минут спавнится. Кстати, я вот очень на Чернобыле бегал, да? Вот так, ну, кругом, ты понял, да? Угу. Вот, хавал от радиации таблетки. Каждый круг прибежал, уже что-то появлялось. Хорошо. Так. Ну, не всегда. Вот сейчас в одном месте появилось половина, половина не появилась. То есть, как своя система, видимо, рандомная. Ну. Дерево вообще не вижу. Господи, еще ж у нас столько радиации. Зачем нам столько? Здесь нет столько радиации. Так, ладно, стэш, возьму, только выкину просто его. Чтоб резнул заново. Тут не резнулось, а здесь. Ух ты, сколько еды. Хорошо, надо патронов еще надо сделать. Потому да. Что пороха дофига, в принципе. Фрагментов так мало. Но пороха я уже набрал целую кучу. Шпать зомбиков пострелять. Пойду поищу их там. А больше не в этом месте где-то тусят. Но они рядом с городом, там, где-то. Я помню, вот. Я вот здесь помню, штук 5 как-то снимал, как-то надыбал. Сейчас что-то ни одного вообще нету. Нашел что-то хату там вдалеке. Но зомби вообще просто отсутствует. Хорошо, что людей мало в этом сервере, а? Ну как мало, столько сейчас играет. Сейчас 4 человека играют. Мы вдвоем, а еще 2. Ну да. Не, я хотел бы, чтобы больше было, потому что сейчас помахаться, но с другой стороны. Не, на ПК. Пока дом строим, все такое добываем. А потом на ПВП. Не, потом можно пойти рейд куда-нибудь совершить, там, я не знаю, потырить что-нибудь. Да. Как обычно, что еще можно делать. С4 нужно. Найдем рецепт, я думаю, скоро на заводе это. Ты там дерево нашел? Закончить домик хотя бы. Мало вообще. Плохо? Все собрали. Еще так. Вот. Сколько требуется для стерс? 5 штук как раз. Сейчас скрафчу, короче, ступеньки. Слушай, они обновления это, выпускают раз в месяц, да? Нифига нет, бывает раз в неделю. Там зависит от того, что там правятся читы, там баги правят иногда. Непосредственно полный апдейт, так я не знаю, но может раз в месяц это будет там. Я вот не понимаю, вот игра только вышла. Откуда читеры появились, блин? Ну так, читер это же программисты, которые просто взламывают коды и все. Ну, эксплойты пишут, так называемые. Вот знаешь, вот играл на пиратке, вот, дом построил, вот, ну, с Мишей вот, да? Домик построил, ресурсов много собрал, и ко мне телепортнулся читер, убил меня, все забрал и все. Ну вот здесь на лицензии ты хоть как-то минимум на них следят и банят на аккаунт пожизненно. Да это хорошо, блин. Злой мудрец гонится, кстати. Да. Кстати, а вот смотри, вот обновление будет обновляться, ну, игра будет обновляться сама, да? Да, конечно, закачивается будет. Как только будет какая-то новая, она будет закачиваться.
Я ему прямо в пердак стрельну. Сзади еще один. Опа. Ну, как раз стрелять с МП5. Хорошо. Порешали их. Шоколадку дать? Да не надо мне. Мясо много. Вкусная сладкая. Может, тебе там, не знаю, сахар, кстати, сахар пониженный. Кстати, я помню, ты еще в видео говорил, типа, шоколад помогает от радиации. Да, помогает. Нет, не помогает, там не написано ведь. А, что, да, нет. Ну, вообще в жизни помогает радиация, по-моему, шоколад. Странно, что вы здесь не сделали. Кстати, в жизни, если, допустим, сколько там килограмм? О, камень нашел. О, дрова нашел. Собирай дрова, давай, я камень возьму. Забыл, килограмм что ли 15 или не помню. Что? Шоколада, это смертельная доза для человека. Или сколько, я вот точно не помню. Или 20? Я как-то таким вопросом никогда не задавался. Ну, сейчас вспомнил. Вот, смотри, еще дерево, еще дерево. Где копай? Ну что, хватит на стену наконец-то? Наверное. Я там рампы, короче, рампу уже, F3 он на второй этаж поставил. Тебе надо только закрыть с трех сторон и все. А ты где ее поставил? Ну как где? Посередине? Там где будет... Нет, не посередине, здесь еще. Нормально. Ты спальник себе сделай, кстати, нет? А то сдохнешь еще нигде. А, ну да, точно, сейчас. Случайно от какого-нибудь лага. Сейчас. Всякое бывает в жизни. Слушай, тут медведи целый... А, это кабан. Кабанов тут, кабанов. Я же говорю, тут какое-то, вот, по-моему, на сервере самое такое плотное заселение животными тут, на этой карте. Да, кстати. Просто. А ты видел, что карта на самом деле только наполовину за... Ну, поставлены заводы всякое на заселение. Еще, там еще целая половина карты, да. Еще они просто даже... Кстати, ты знаешь, что вот где-то... Вот сама карта, посмотрела, да? Ну да, да. А, там справа есть... Как там называется? Ресурс, что-то там, как это называется, короче. Там много ресурсов и животных. Тут... Там вообще хорошо. Не, я где-то ходил по карте, вообще ничего не... Ни ресурсов, ни животных нету. Есть места. Ну, это в том числе, где я говорил, где никаких заводов, ничего там. Это да. Жить нереально, там вообще ничего нету. Есть плюсы с заводами жить. Там много ресурсов много собрать. Можно собрать только. А еще минусы есть, там много человек ходит. Так сказать. Ну да. Слушай, там нужно печку закинуть. А у меня тут есть, на, подбери. Закинь. Дерево нужно закинуть в печку. А, дерево? Вот 12 штучек у меня есть лишних. Я вот тут кинул все. Подожди, у нас костер что-то горит долго так. Сколько мы туда закинули дерево-то? Так. Подобрал? А, нет. Сейчас сам бы закинул. Да я нашел, я с костра стрел, но там мало, конечно, дерева. Хотя хватит, наверное. На вот, тогда я положу. Ты положи сам. Ну слушай, патронов для автомата, для анчистера достаточно, уже можно бегать. От радиации 30 штук. Ну, нужно чертеж найти к этому дробышу. Дробовику. Да легко найдем, вопрос времени так. Погнали этот. А, сейчас стенки поставим. Хороша камера, блин. Так, надо пороха сделать, кстати. Пороха? В смысле, с пороха сделать патрончики 9 мм, то что-то там, если мы стреляешь, шмаляешь, не жалеешь их. Ну, у меня уже 5 патронов осталось. Ну, так ты уже стреляешь, как с автомата все равно, что нафига столько тратится-то. Ну, если стрелять, еще 8 осталось. Нормально. Ща я сделаю еще. Так, 9 мм ану. Кстати, я баррикаду случайно сделал. Можно куда-нибудь поставить? Случайно баррикаду сделал? Нафига тебе баррикада-то? Не, я хотел этот sleeping bag сделать, а случайно баррикаду сделал. Как там можно было промахнуться, я даже не знаю. Не, я выбрал случайно, ну, сначала баррикаду. На, патроны. Сейчас. А потом не нажал нормально на... Ты бы лучше стену достроил до конца уже. А сейчас буду делать. Ты где сейчас? Вот. На тебе этот патронов. Спасибо. Ну что, я на завод погнал тогда? Давай вместе сходим сейчас за стенки. Погнали. Поставлю.
Только за дверь закрой там. А, закрытая все вроде. А, ну без сейчас... стенок. Да, я сейчас стенки поставлю, подождем. Ну тут мало народу, я думаю, что не добегут. В общем, в принципе, огнестрел уже есть, надо пойти в рейд сходить какой-нибудь, пока-нибудь заловить. А мы вряд ли тут найдем людей, мне кажется. Надо кучу дерева запасить, чтобы рампу строить, чтобы в окна запрыгивать чужие. И тырить сюда. Самый лучший вариант. Клоус, бумага сплошная попадается. Что-нибудь поинтереснее, я не знаю. Еще один стэш, вы издеваетесь. Так. Ты остался там? У себя? Да, я стенки ставлю. А, да, делай, давай, давай. Все сделал. Так оставлять, конечно. А я нашел, зашел на русский, там меня вайпнули. А, ну там я же тебе уже там что-то, может, что-то сделали там. Да, это я погулял. Ничего нету, я говорю, нифига себе. Я думал, что на лицензионных там особо не вайпят, там сильно так не балуются этим, а нифига. Нашел чертеж голографического прицела. О, хорошо. Шикарный, я бы сказал, я обожаю этот прицел, мой любимый. Еще вот этот лазерный хороший. А, и лазерная фигня полная. Что-что, лазерная полная фигня. Не, вместе с этим, голографически. Не, лазерно очень сильно палиться можно. Я зомбика нашел, кстати, одного. А его ведь отключать можно? Ой, два зомбика нашел. Отлично. Так если отключать, если его отключать, то как ты будешь им там пользоваться? А, не, вдруг вот человек увидел, и там зомби на тебя напал, ты гену знаешь, ну и все. И все. Так. Зомби улыбочку. Вон еще на скале видел. Еще нашел рецепт один. Глушитель нашел. Все. Рецепт глушит так, что мы тебе вооружены, опасно. Ой, ну ты косой вообще просто. Да. Хотя при... не спеши стрелять просто. Прицелишь ровненько в голову так. Я давно что-то мне не играл. Черный. Черный с духу ходит только. Ай, один. Во, чертеж. О, фонарик. Во, видишь, мы теперь уже. Неплохо так. В камере у нас есть все, кроме лазер. Лазер мне не нужно, никогда не ставлю его, поэтому. Вон, смотри, еще зомби идет, смотри, видишь? Не, нет, где? Вон у этого. Сарай. А, вижу, да. Появились наконец-то. Ну когда они появятся же? Погнали, порешаем его. Я знаю, где зомби дофига, около Чернобыля одного есть. Ну, у второго Чернобыля в той стороне есть. Там, ну, там их, конечно, дофига. А ты поставил стенки или нет? Да, я поставил. Кирка и клочья. Даром не нужно. Я помню, тебе в комментариях писали, что скоро машина будет, и эти шины можно будет брать. Да, мне, ну, кажется, для крафта машины нужно шины. Мне кажется, это неправда. Правда, потому что такая машина взрывается, колеса отваливаются. А, да? То есть уже такой объект существует. А значит, сделают явно его. Ну, пошли там, что-то недостроенное, может, что надо. Поживемся. Ну, пока их брать нельзя, но, может, скоро сделают, что можно будет. Ну, когда машина появится, сделал, конечно. Ну, ждать надо, короче. О, кто-то взорвал, смотри, уже его. Да. Ну, тут стопудово уже ничего нету. Вот жалко этот баг не дольше действует, когда патроны, помнишь, появляются много патронов. Ну, видел? Это, видимо, сервер там. Вон дерево. Я камень возьму. Я камень возьму. Я люблю камни. Тут еще один. А он дерево, да. Ладно. Так и быть, возьму дерево тоже. Кстати, так, ты подожди, ты поставил все стенки, все три, да? Да-да-да. Пошли заходим в Чернобыль, там зомбика постреляем целую кучу. Ты смотри, тут много ресурсов, камней много. Вот, а, ну погнали. А они нам нужны вообще камни эти? Ну, этот, металл делать. А, там же надо металл, чтобы сделать, точно. Посмотри камни, а посмотри там, что у нас находится справа. Окей. И здесь тоже вскрыли. Да, все вскрыли.
Надо как-то, не знаю, более сложную защиту, что ли, чтобы поставили, а тут неинтересно скрывать так быстро все. Надо железные стены делать, только надо сначала их найти, потом, как там, эту синяя коробка. Мне кажется, коробка... железные стены тоже можно. Синяя коробка звук... Расхерачить. Называл. Ой, называется. Ее, короче, применить, и чтобы можно было крафтить стенки. Ну ты понял меня, короче. Ну, в Майнкрафте можно было втихаря делать какие-нибудь там, например, всякие скрытые вещи там. Скрытые. А, ну это, конечно. Секреты здесь такого не поделаешь, потому что. Допустим, по дому закопал сундучок. Да, да. А тут. А что ты не взял он там? Кого? А, вот, я не видел. Так, ну погнали, сбегаем по-быстрому на Чернобыль. Ну пошли. Там кстати, у тебя таблетки есть или где? Да, 12 штук, оказывается, валяется. Я там еще где-то 30 штук еще в сундуке, с собой 12 штук, оказывается, еще есть, я подбирал. А ты где? Вон, наверху я, видишь? На горе. Беги на гору, видишь? Сюда, да? На гору, куда бежишь. Да, стой. А... Правильно. Видишь меня все? Да. Тут Чернобыль есть, надо сквозь скалы пройти, там недалеко находится Чернобыль. Номер 2. Блин, тупик. Ладно, проще бежать с собой. Я, когда мы появились, я сюда бежал куда-то. Не, ты куда побежал? Тут добраться можно на камне. Сейчас есть камне. Проход, здесь есть проход. Вот проход, вот он все. А ты где? А, вот, сейчас пойду. Там тоже, наверное, все скрыли. Ладно, пойдем, пофиг на них. Вот, домов целая куча просто стоит. Все да. Пытаются строить где-то там в таких вот вещах, но на самом деле бесполезно, потому что... Тут ресурсов, допустим, даже мало. Господи, мы что-то тут сделали? Как тут пройти вообще? Да, подставили. Может, это просто другие люди им это напортачили, так сказать. Вон завод, видишь? Да. А подожди, это не тот завод? Не, это Цинстер. Чернобыль левее, где-то там, что ли. Блин. Подожди, я этого здесь не видел никогда. Подожди, что это за фигня здесь? Ты это видел здесь такой, завод такой? Да, я видел это. Я первый раз такое вижу. Я не знал, что здесь такое есть. А здесь разработчики это исправят кто-то? Что сделали? В камнях домики исправят. Так, металлофрагмент нашел, хорошо. Тихо, не пугай меня. Да мы с тобой вдвоем, что пугаться-то? Что ты пропускаешь-то? А. Порох валяется, ты пропускаешь, так сильно стыдно. Я не видел. Она зеленая. Да я никогда не видел, что здесь такая штука есть. Что первый раз вижу. Порох. Странно, в горах такие штуки есть. Блин, надо было раньше знать. Так, где ты здесь должен был быть Чернобыль? Вон, там до хера всех вкусного. Настя, тебе дать себе антирадин? Давай пару штучек там, хватит, наверное. Да я тебе половину там что-нибудь, пару штучек. Спасибо. Погнали, там на бочках дофига обычно все валяется. Ты хоть помнишь, где у нас дом? В той стране. Да, туда прямо просто. Через скалы, да. Ну это место, кто помнит тот город, мы там и жили. Да я уже всю карту знаю хорошо. Ну я вот этого не знал, что в горах есть такая вот база с такими этими штуками. Вот, зомби много. Еще воруем эти штуки и зомби стреляем, да? Угу. Куча бумаг, нафиг. Потираться ими, что ли? Почему нельзя им с ними потираться? Я хочу потираться, разработчики. Так, патроны нашел, где это миллиметр. Ну отлично. Могу многих убивать. Да что со мной происходит? Патроны 5.56. Там нафиг не нужны. Кстати, патроны эти М4 много употребляет, так сказать. Порох нашел, погнали дальше. Ну зомбик убиваем, тут полно, в принципе, хватает еще. О, что я нашел. Это радиация хотя бы? Нет.
Шоколадка. Пошли, вон там много лута. Я знаю, знаю. Я сижу с Страсбегом. На том серверде. Ай, патронов нету, ой. Давайте дам. Не-не-не, у меня есть, я звук перезарядить просто. О, нашел этот research kit. Слушай, тебе ботинки нужны кожаные? А, у тебя эти от радиации. Шмаляй, короче, зомби, я быстро подберу все. Окей. А то мне радиации не хватит. Блин, патроны. Все, подожди. Ты издеваешься? А я, у меня 9 жизней. Давай, давай, давай. Знаете этот рецепт на фонарик? Ничего нету? Первый раз такое вижу. Не, бывает, ничего нету. Кстати, вон там подбери этот рецепт на фонарик. Где? Где он? Где он? Вот он. Окей. Так, по-быстрому, быстро сейчас собираем и сваливаем. У меня уже кипит. Вот шотган. Рецепт нашел. Это хорошо. Опа, иду. О, смотри. Два брата. Блин, 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 перезаряжайся, давай. Ой, блин, радиация, таблеток больше нету. Убегай, убегай, у меня есть руки, но убегай, я тебе не успею дать. Ты не сдохнешь там, нормально? Нормально, сейчас аптечку у меня есть. Тебе дать одну красную? Не, не, у меня есть синенькая, зелененькая. На тебя отразиться, если хочешь. Mm-hmm. Еще остались, немножко нашел. Спасибо. У меня есть на F1, но я тебе уже давал на F1, и флеш, я сейчас изучу все. Ну там, кстати, еще есть много всего. Где? По дороге идти. Нет, там ничего нету. Не, там, вон, обходите, пошли лучше уже там, в сторону хат там посмотрим. Не, там помнишь, ангар большой есть, вон там ресурсов много. Там где домик ангар большой? Маленький. Маленький домик там рядом, что такое? Ну, пошли, ну там, по-моему, ничего интересного нету. У тебя, подожди, у тебя же есть шотган? Не, я рецепт нашел. Ну и все, нормально, нам больше ничего не нужно, просто. У меня 9 миллиметров, у меня все есть, все абсолютно, кроме лазера, апгрейды. Больше чего не нужно, лучше так ресурс накопаем, чтобы... Ресерч кит есть? Да, есть, есть. Сделать копию, можно так сказать, блин. Копию чего? Только патронов к шотгану? Не-не-не, там лазер, или ты все на пистолет уже взял? Я еще ничего не... Зачем, подожди, лазер тебе делать? Не, лазера нету, зачем? Не, не лазер, а там прицел голографический. А я таких херш тебе могу ускакаться, нафига тебе мучиться. А, у тебя рецепт, да? Да, 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 да. Не, рецепт на 30, на голографический, на фонарик и на глушитель. Окей. То есть все, что нужно, в принципе, то есть, по большому счету. Нет смысла-то тратить. Я хотел что-то другое, на, знаешь, что потратить хотел? Вот не помню, на что ты хотел. Ничего нету. Ты тоже все пограбил до нас. Ограбили, но... Все пустое. Видишь, даже не спасает двери в двери, все, все. Стены просто взрывают. Скрывают просто и все, да. Нет смысла. Ну, валим отсюда тогда. Ну да, вон, смотри, что еще есть такое. О, это железо уже. Это только рампа железная. Разве? Не, да. Весь дом железный. А, нет, смотри, железный. Поэтому безопасности, да? Надо C4 дверь взорвать, может там лута много. Нужно 204. Да. Надо аэродром закатать. Слушай, а домик это хороший, смотри.
Гладенький. Да, домик клевенький. А ты куда убежал? Ну все, перебежал через скалы. Окей. Сейчас. Так, ну тут все больше чего нет интересного. Надо валить, короче, домой, крафтить. Из всего этого. Фрагменты, короче, крафтить. Из фрагментов лок валится делать шотганы, наверное, да, или что? Да. Ну, у, тебя шот... у тебя есть рецепт шотгана? Нет, но у тебя есть. У тебя же есть рецепт шотгана. Ну это я сделаю тогда. Ну то конечно, а у меня есть на него все весь обвес, все. Сейчас ресурсы пособираем еще побольше. Нормально. А, надо еще второй этаж. Будем второй этаж? А хотя там лестница. Ну, конечно, будем. Еще. Надо же осматривать свои владения свысока. Не, слушай, надо это... или как они? Окна ставить лучше на третьем или четвертом этаже. А то рампы могут поставить на второй этаж. На окна с решеткой поставим, какие проблемы. Это точно решетка ведь есть. Поставил с решеткой и все. Пускай там хочет лазить на своей рампой. У нас потолка нет, это другое дело. Это да. Но они-то об этом не знают. Пока не заберутся повыше, конечно, конец. Мы с тобой говорим, как будто о каких-то призраках, блин. Они-то об этом не знают. Сколько сейчас чуков зашло на сервер? 5 чуков на онлайн. Но мы вдвоем, значит, еще 3. Трое. Сейчас, ну, главное камни накопать, чтобы здесь делать шотганы. А это может дешево делать, по 12, по-моему, да? Лофт-лайти метал нужно 10 штук, чтобы шотганы сделать. Вон зомби смотри. 12, по-моему, что должно быть, нет? Не-не-не, 5-5. Ой, 10. Ну, уже еще меньше сделали, вообще классно. На пятке было больше. Не-не-не, тоже 10. По-моему, было больше. Фига себе, ты снайпер. Я шоколадок много нашел. Ну, как много? Шоколадок много нашел? Батончика, 2 шоколадки где. Шоколадный батончик Марс или Сникерс? Или просто какая-нибудь коммунарка белорусская. А тут? А-а-а! Что там? Кто там? Он завис, отлично. Отдыхай. Все пугаешь-то, блин. Да блин, он как-то завис там, я не знаю, испугался. Все, мы пришли к этому. А киркой удобнее добывать, она по 20 добывает. Да. Кирка, вот единственное, что мясо херово добывает, а все остальное она делает лучше. Это плохо. Кирка это камень. Поэтому я, с собой ношу всегда топор, чтобы мясо добывать. Я тоже. Так, ну мы вернулись к своему дому. И зомби нашли, яснулись отлично. Сейчас еще может такие. Окей, тогда я тебе в городок рецептов на крафте. По пути в городок зайдем. Сначала мы зомби убьем. Естественно. Чё, добро пропадает-то? Сейчас я в голову попробую. Блин, слишком побежал уже один. Опа. А ты имха снайпер какой-то. Так, я думаю, на что кит. Я хотел на что кит. Слушай, я это... Кожаные ботинки еще нашел. Ну ты возьмешь. Я взял, у меня есть уж. Я тоже нашел. Я сейчас кожаным бегаю. А, да. Такие ботинки. Это садомазы ботинки кожаные. Mm. Из латекса. Ну давай тут. Ну беги на правую сторону, я на левую, и все. Mm-hmm. Так, рецепт. Фонарик еще нашел. Тебе нужен? У тебя есть? Еще один рецепт на фонарик нужен тебе? Давай. А что ты тут не брал? Странно. Ну на, бери. А, рецепт? Да, рецепт. Не, рецепт у меня уже есть. Ну, это же наверняка есть, да. Не, нужно случай делать себе шотган, потому что патронов на 9 метров уже не хватает. Еще рецепт нашел. Лазерный прицел нашел, радуйся. Твой любимый. Хорошо. В смысле, я нашел рецепт. Да. Нормально. Ну, почему мой любимый? Просто он нравится. Так. Да, но он не он палевный, он не очень удобный, если честно. Ну, я еще... Нашел лограф. Ну, эти большие коробки, короче. Почему ты что не респится в этом?
Два здания, с которых ничего не респится. Все, взял? Да. Погнали домой-то. Да? Там был зомби, но до него далеко бежать не хочется. Ну, покушать. О, я еды-то камни, есть складки. А, дерево у нас есть, так что, в принципе, у нас нормально будет работать. Я вам пойду капну еще камень. А ты поджигай там печку-то. Ладно. Я хочу себе шотган. Надо еще это, в дом поставить печку. Еще одну? Да. А, в смысле, вообще в дом печку поставить? Да. Ну, заодно и дверь будет. Там на тебя согрелся медведь. На меня тоже согрелся медведь. Опа. А хотя нафиг патрон прям сейчас так. Ну, он на рампу не забежит, мне кажется. Ай, бежит. Нет, бежит. Да, я буду ковриком у нас на рампе. О, смотри, коврик на рампе. Этого не трогай, пускай живет. В смысле, этот, пускай оконки. Или сделаем кладбище медведей здесь каких-нибудь, заманим всех. Так. Кладбон устроим. А, что я хотел-то? Я не зажопил. Так, ну дофига всего, как кажется, не хватает, не хватало просто дерева просто, банально. Ну эту. Чуть-чуть. Так, лок вальтиметал требуется в воркбенч? Черт, требуется. Я 17 штук делаю сейчас. Угу. 17 штук, это 10 на веник, еще 5 на лампочку, еще 5 на голову прицел. Хотя дробовик голову прицел не нужен, бесполезно-то оставить. Да. Там только фонарик нас. Можно глушитель поставить, наверное. Там, кстати, хорошо на дробаше, лазерный прицел и фонарик. И глушитель классно, нет? Да. Чтоб он громкий, чтобы хоть как-то глушить. Так, ну что, я поставлю еще две коробки где-нибудь тут. Какие коробки? Ну, здесь большие. А, ну так места же нет вроде, не? Под лестницей поставил. Я здесь еще одну поставлю. Вот, нормально ты. Вот, смотри, как поставил. Хорошо. Нормально. Так, сделаю, что там делаю? Тебе что делать? Ну я возьму как минимум фонарика два сделаю, да, наверное? Ну ты мне сделай этот металл 20 штучек, я два дробаша сделаю. А, так я думал, ты будешь делать отдельно там металл, нет? Ну окей, сейчас только подождать надо. Я сделаю сейчас два фонарика. Короче, давай сейчас все, что тут лежит, я в дом перенесу. Ну давай, давай. А еще потолок сделать, конечно. Сейчас сделаем. Времени еще много. Хотя все равно рампа мешать будет. Не, почему она мешать? Не, в том плане, что все равно залезут. Даже сделать сейчас на первый этаж. Мы второй этаж будем делать. Так, ну я сделал два этих. Два флеша. Угу. Так. Сейчас еще положу. Плавится металл целую кучу. Блин, я что-то хотел очки потратить. Я знаю, что есть какая-то вещь, какая-то очень нужная. Я всем забываю на нее потратить очки. Но я не помню, какая вещь. На аптечку? Нет. Что-то есть покруче аптечка. Не помню эту вещь, я посмотрю в крафте. А, ну у меня нет в крафте, я ж не помню все правильно. Ладно, пока не буду тратить никуда. Ну что, металл плавится вроде, потиху. Что, ну что, что жаришь, что ли? Зачем? Не, мясо жарю. Ну, дофига же есть мяса. Тебе что, мало что ли мяса? Ну, пусть будет, пусть лежит. Хотя бы. Так. Так, положим, короче, на кровь. Надо будет еще это, пороха сделать. А он где есть, валяется в этом.
У меня еще есть порох. С собой. Ты куда-то перетаскиваешься? Да. Так, я нам... порох вытащу. Таблетки пока не нужны. Надо вообще надо как-то систематизировать вообще, чтобы потом не запутаться, куда где что лежит. Да. Ну что, на тебе металл локвальти, лай. Так. Это что я успел накрафтить, собственно говоря. Да, блин. Сейчас поставлю сюда вторую печку, чтобы не бегать туда. Ну, чтобы быстрее заодно еще. Угу. Бегать-то хрен с ним. Куда поставим-то? А, подожди, лови еще локо-альтиметал, еще три штуки. Сейчас сделаешь обечистер хотя бы один. У меня два рецепта какие-то валяются лишние, надо как-то их выкинуть. Ну-ка, стой. Посмотри на меня. Что с тобой? Слушай, тут анимацию автоматов другую сделали. Теперь ты ее держишь не так, как раньше, а в двух руках, так, как пистолет, короче. Круто. Наверное. Ну что, крафтишь ты? Я спичку только поставлю. А, давай. Только ты не забываешь, что крафтить нельзя отходить от Workbench. Ну это я знаю. А то я так крафтил пару раз. Пошел гулять, думаю, покрафтить все там ничего. Наверное, ничего не крафтится. Ладно, я пока быстро на золото опять гоняю. Окей. Пока ты там крафтишься. А, слушай, тут 12 перс сделали. А раньше было 10. Что сделали? 12 квалити метал. 10 давно здесь был. 10 раньше было, да. Бом, сейчас тоже сейчас 12 сделал? Да, ты прав был. Сейчас я еще чуть-чуть сделаю. А он меня кусает, офигеть. Иди убей его. А, ты не можешь? Ну ладно, сейчас я пустил. Пока, Мишка. А ты что, на мекарство начинаешь, что ли? Не, там это чуть металла. А это исчезает наша шкурка, кстати. К сожалению. Это да. Вот то люди приходили бы. Я уже хотел, да, сделать красиво там, чтобы ноги вытирать можно было. Сейчас я тебе шотган сделаю один. Ну давай, я пока быстро сбегаю, может, что надо будет. Может, КМ4 надо будет. Надо крышу еще сделать. Ну, крышу успеем еще сделать, что? Ну, у меня шоколадок много, ну, батончиков, точнее, и воды 4. Вода хорошая штука, по-моему. От радиации прилично там, да. Да, 5 килок, вся эта радиация. Консервы, вся радиация неплохо спасает. Да. А вот батончики и шоколадка, они от радиации не спасают. Они только 5 здоровья восстанавливают. Потому что они сделаны в России. Под зомбик пострелю какого-нибудь. Вот я один сделал. Ой, 4 слота. Хорошо. Опа, подожди, там кто-то бегает или... Или это зомби? Не, это зомби. Так, ну что, я переношу все железо из этой печки. Ты стреляешь, да? А ты слышал, да? Да. Да, это я стрелял. Далеко слышно, надо сказать. Да. Кирок уже целая куча валяется. Что, засаливать их, что ли, я не знаю. Можно. Что, ничего тут не убивает, я не знаю. Опасные твари. О, еще один нашел ресерч кит. Хорошо. Так что теперь можно, если что, не бояться заклонировать что-нибудь. Я хотел, знаешь, что эксплозив заклонировать, потому что сама ненужная штука. Да. Чтобы делать эксплозив, все, конечно, можно клонировать, я не уверен. Так. Чуть не убили, а? Посмотри.
Так. Так, может, там палишь еще много, да? Да, блин, не попасть, они нападают жестко. Это быстрые зомби. Сейчас к тебе приведу, короче, завалишь. Окей. Вон, я тебя вижу. Мы с тобой двое бегут. Да. Да, не так патроны. Они, кстати, в дом не смогут зайти. Ну, вот завалишь заодно. Слишком тупые. Не, просто не присмотрено. Где второй потерялся? О, слушай, у тебя штаны на штаны. Кевлар? А, в смысле, лазер, что ли? Да. Вот, хорошо. О, второй наконец-то потерялся, бедный. Ну как ты падаешь так? Ты читаешь, что ли? Не-не-не, у него жизни мало было, походу. Шоколад. Ну ты в него стрелял, наверное. Ну я там садил нормально, да, по всем. Так, ты скрафтил что-то? Шотган скрафтил? Да-да-да, на, кстати. Ким я один. Только патроны в сундуке лежат. Я возьму потом, да. Ну, там 4 слота, хорошо. Так, шотган. Ну, можно фонарик сразу ставим на него. И второй сделаем. Ну тебе не говори по полностью. Я фонарик и глушитель хочу, мне остальные не нужны. И климатор, наверное, поставлю себе на этот. На МП5 пока что. Так, что я хотел? У нас патроны, кстати, валяются. Хрен знает. Патроны. Тебя оставить? Ну оставь чуть-чуть. Там патронов 15 ставь, не хватит. Ну это 46 штук оставил. 46 себе забрал. Мне еще один металл нужен. Ну, аквалик. На. Скрафтишься металл. Есть, так, поставить я ложу уже на место. Разреженный. Что-то мне еще нужно, это мне не нужно, камни нужны. Фонарик тебе нужен? На, лови. Давай, сейчас. Скинул, короче. Спасибо. Так, и ты пока себе оставим. Скушаем. Порох сюда. Аптечки сюда. У тебя есть красные аптечки? А много? Две штучки. Давай я заклонирую туда не красные лучше, а... Я могу зеленый заклонировать, пока у меня зеленый, есть. Зеленый, да, лучше. Я не... Это, ресурсов немного требует. Все, заклонировал, теперь можно покрафтить, что? Так, крафтить аптечки, давайте посмотрим. У меня, ну, уже было дофига всего. Клоус вот нужен и кровь. На-на-на. Да не, я возьму с сундуков. Там дофига валяется постоянно у нас что-нибудь. Могу кожу дать. Зачем? Ой, кожу, ткань. Вот. У нас тут полно где-то валялось. Подожди, а где? На-на-на. А, вот оно все. Не. Ладно, сейчас посмотрим, как они делаются, аптечки. Да, по три всего лишь требует, их можно целой кучу наделать. Очень дешевые. Слишком дешевые, могли бы подороже сделать. Мало требует, да. Оба-на. У меня дробашек все без ничего. Не повезло. Да. На тебе хотя бы МП5. С тремя слотами хочешь? Или заново будешь делать дробаш? Ну ладно. Так. Не, так не прикольно, хоть я хочу светить. На, фонарик поставлю сейчас. Поставишь мне фонарик на МП5, лови. Окей. Okay. Вон валяется внизу. Дай быстрее. Забирай. Исчезнет потом. Спасибо. Фонарик на нее поставишь, будет нормально. Для начала нормально будет. Сейчас заживем. По-любому. Так, еще есть один клон можно сделать, но я не знаю. Надо. Я хочу эксплозив, да, эксплозив. Может, самая редкая штука. Эксплозив нужно сделать. Так, почему-то смотрит, не падает, к сожалению. Кстати, да. Сейчас. Where is fucking Lens.